После этого, если у кого-то будет желание запустить ракеты атакам «Скальп», «Шторм Шэдоу» и что-то еще, я не думаю. Но это, наверное, надо на сегодня сделать. С четким пониманием того, что от Америки, которая пытается нас тянуть в эскалацию, ничего, по сути, не останется. То есть Байдену будет нечего передавать Трампу? Не будет ни Байдена, ни Трампа. Я прекрасно знаю и американцев, и мы. Америке наносится 95% тотальный ущерб. То есть, по сути, Америки не существует.